мужчина нашел в лесу 20 беззащитных щенков, которых выбросили в метель. Одним зимним утром молодой человек по имени Роман отправился в лес. Из дерева он изготавливает детские игрушки, поэтому решил взять немного материала для работы. Но в то утро Роман обнаружил совсем другое. На поляне он нашел два десятка щенков. Малыши дрожали от холода и жались друг к другу. Рядом с ними не было ни взрослых собак, ни людей. Ясно было, что они брошены. Интересно, что все они не выглядели бродячими. Щеночки были упитанными и вполне здоровыми. Большинству животных было 4-5 месяцев. Они были очень маленькими, чтобы прокормить себя самостоятельно. Роман понимал, что оказался в нужном месте в нужное время. Не появись он на этой поляне, 20 маленьких ни в чем не повинных животных погибли бы от холода. Молодой человек усадил всех в автомобиль и повез к себе домой. Там он сделал для найденышей из коробок небольшие будочки. Чуть позже появились и деревянные вольеры. Чтобы найти для животных новых владельцев, Роман опубликовал пост с их историей в социальных сетях. Публикация оказалась вирусной, о потеряшках узнали сотни и даже тысячи пользователей. Хоть Романа не просил, но ему стали высылать деньги на содержание малышей. На эти деньги он купил щенкам корма. Мало того, к парню наведали журналисты и сняли сюжет о нем и собаках. Кстати, когда телевизионщики отправились в лес, чтобы снять сюжет на месте преступления, они нашли еще четверых песиков. Их тоже отправили в общежитие к Роману. Молодой человек надеется, что сможет пристроить всех животных. Некоторые щенки уже обрели свои семьи. Кто же мог оставить животных на верную смерть? Так и осталось загадкой. Но сердца у этого человека точно нет.